В Невском районе учат быть хозяевами в своем доме. В администрации прошел очередной семинар для советов многоквартирных домов. Цель семинаров – научить жителей грамотно отстаивать свои права. По жилищным вопросам их консультируют руководители различных отделов администрации и специалисты районных жилкомсервисов. Невский стал первым районом, где организуют такие занятия. Если подобную практику признают положительной в Смольном и жилищном комитете, семинары будут проводить в каждом районе Петербурга. Те проблемы, которые сегодня накопились в жилищной сфере, в плане ремонтов, в плане начисления кварплат, начислений за тепло, они действительно сегодня очень дискуссионные. В этот раз на встрече были жители округа Рыбацкое. Во вторник, среду и четверг в администрацию к 3 часам приглашают жители муниципальных образований «Невская застава», «Обуховский» и «Народный» соответственно. 26 апреля пройдет встреча с жителями МО «Ивановский».